Согласен. Тебе девочку? Пока. Ведьмак Геральт? Давай наверх, шеф уже ждет. А, Геральт, хорошо. Ты не мог выбрать более уединенное место, чтобы обсуждать покушение? Все только о нем и думают, а многие сами бы за него взялись. Бояться нечего. Кроме того, это место с традициями. Здесь Фалька замышляла свое восстание. И, кстати, покушение на короля Вриданка. Ты, значит, равняешься на Фальку? Если я правильно помню, это самый кровавый персонаж в истории Ридании. Ее восстание изменило ход истории. И это нас объединяет. А что до крови? Мы пустим кровь только Радовиду. И я рад, что ты решил к нам присоединиться. Признаюсь, я не был уверен, что ты появишься. Я подумал над твоими словами, что Йен и Трис не будут в безопасности, пока жив Радовид. Поверь мне, это так. Я рад, что мы пришли к согласию. Ну, тогда к делу. Думаю, моего товарища представлять не нужно. Роше, ты здесь? Безработные шпионы должны держаться вместе. Когда-то ты защищал одного короля, теперь готов убить другого? Гордиться тут нечем, но я взвесил все варианты и не вижу ничего лучшего. Радовид уже не раз доказал, что его заботят только собственные интересы. Он вторгся в Каэдвен, когда тот умолял о помощи. Когда я попросил его поддержать Вызиму, он выставил меня за дверь. Начинается решающий этап войны, так что действовать надо быстро. У меня не осталось никаких иллюзий. Свободу Тимерии принесет только смерть Радовида. Как так? Мне казалось, Радовид — союзник Тимерии. Только до тех пор, пока мои партизаны ему нужны. Выиграв войну, он не станет отходить к прежним границам. Он мечтает построить Северную империю. Пока он жив, Тимерия свободной не будет. Ну хватит о политике, мы не затем собрались. Радовид угрожает жизни Трис и Йеннифер. Вероятно, это для тебя более важно. Ладно, и что вы хотите от меня? Один наш товарищ поехал на встречу с информатором и до сих пор не вернулся. От того, что он узнал, зависят все наши планы. Надо его найти. А лучшего следопыта, чем ты, мы не знаем. Следопыта, значит? Ну-ну. Может, еще что-нибудь расскажете? Например, где вы вашего товарища последний раз видели? Он выдает себя за странствующего сапожника. Он должен был переправиться через Понтор и, скорее всего, прошел через Риданский пост. Там у нас свой человек, возможно, он что-то видел. Зовут его Грегор. Вы посвятили риданского солдата в план убийства риданского короля? Ох, видишь? Даже не все риданцы готовы терпеть Радовида. А когда простые солдаты замечают, что что-то не так, значит, пора действовать. Ладно, я поговорю с Грегором. Спасибо. Постарайся не привлекать внимания
если сможешь. И помни, от твоего успеха зависит будущее. Исход войны, судьба Тимерии и всего Севера. Я понял. Попробуй не опозориться. Увидимся. Мы рассчитываем на тебя. Тебя видели? Только мадам Сиренити и твой служка. Если бы мой старик такой же отважный. Никто. Что, нервничаешь? Убил, нет, я забыл. Просто осторожен. И тебе осторожность не помешает. Я знаю. Я покрутился по улицам, чтобы сбросить хвост, если он вдруг был. Я не меньше твоего работал в разведке. И не тебе меня учить конспирации. Спасибо, что согласился помочь, Геральт. Чем быстрее ты с этим разберешься, тем лучше. Еруги до драконьих гор лучше не найдешь. А я всего одну и пел. Куда спешишь, удалец? Не жарко в такой куртке-то. Это-то зря. Я ищу Грегора. Ты его нашел. Ты кто? Геральт из Ривии, от Дикстры. Я ждал, что он кого-нибудь пришлет.
Идем пройдемся. Славно вы себе пост разукрасили. По приказу короля, милостиво нами правящего. Что они сделали? Справа ворожей из соседней деревни. Кому-то не то присоветовал. Вот на него и донесли. А который слева, так он с соседом поругался. А тот возьми и обвини его в колдовстве. Так это от людей все беды. Родовид здесь ни при чем. А кто, по-твоему, выдумывает законы, по которым за такие прегрешения на виселицу отправляют? Зачем ты служишь королю, которого не уважаешь? А что мне делать? Уродился я реданцем, а дезертировать не стану. И потом, в армию-то я пошел, пока Визимир сидел на троне. Вот добрый был король, мудрый и справедливый. Родовид — другое дело. У него одна война в голове. А я не хочу, чтобы редание когда-нибудь вот так вот выглядело. Ладно, давай к делу. Ты, наверное, знаешь, зачем я здесь. Надо думать, из-за нашего знакомого сапожника. Проходил он здесь, только обратно не возвращался. А вчера патруль видел у дороги брошенную повозку. Я думал сходить, посмотреть, не его ли. Но не смог вырваться. Спасибо. Теперь хоть знаю, где искать. Постой-ка. Грамота у тебя охранная есть? Без нее никто тебя не пропустит. Да, все есть. Ну и ладно. Удачи. Спасибо, увидимся. Повозка, похоже, не повреждена. Странно. Надо осмотреться, может, найду что. Следы драки. Кого-то, похоже, оглушили, а потом стащили на землю. Башмак, что-то мне подсказывает, что я на верном пути. Интересно, где хозяин этого башмака? Башмак, что-то мне подсказывает, что я на верном пути. Что тут делает? Привет. Возьмак, иди себе. Бодки собираю. Да я вижу. Мне интересно, откуда они тут взялись. Выросли, как грибы. Башмаки из земли не растут. Не знаешь, кто их тут раскидал?
Рок не может. Ок и Пок будут злые. Ок и Пок, твои друзья? Находчики. Большие находчики. Нашли человека, а у него бодки на телеге. Вот столько. А что сделали с человеком? В пещеру сделали. Вон туда. Его съели? Не, он костлявый, нехороший. Бе. Ок сказал ему башмачить. Для Ога, Пога и Рога. Зачем вам башмаки? Человеки носят. Так Ог, Пог и Рог хотят. Будем большие хозяевы, как человеки. Бывай. Пещера троллей где-то рядом. Голожечка. Ботинщик, вот боты и шей, не болтай. Аля? Ну, конечно. Кто еще будет учить троллей ругаться? О, Геральт, сколько лет! Этот кто? Спокойно, Ок. Это мой старый знакомый. Иди отсюда! Или в суп! Я ужасно жилистый. Это правда. Ты только взгляни на него. Кожа да кости. Ну, господа тролли, мне пора. Вы тут потренируйте, чему я вас научил. В следующий раз, как тут буду, устрою вам, сука, экзамен. Тала, не ходи. Тала, сиди на жопе. Вот и швей. Как я вижу, вы подружились, но Талер должен пойти со мной. Никуда не пойти. Боты шить. Он мне нужен.
нужен тут. У тебя есть боты. У Ога нет. У Рога и Бога нет. Сделает боты, тогда пойдет. Так, спокойно. Алер вернется. Ему просто надо сходить со мной, взять кожи для ваших башмаков. Слушайте, Геральт, он херни не скажет. Вы ноги свои видели? У вас лапищи как корыто. Чтобы шить вам башмаки, мне нужно очень много кожи. Усёк? Мы с Геральтом пойдем сейчас, принесем, сука, кожи, потом я вернусь и зашью вам ботинки. Для Бога тоже? И для Рога? Две пары для каждого из вас, козлоёбы упрямый. Ну пусть идет. Только пусть вернется. Ты, я знал, что вы славные ребята. Скоро вернусь. Должен признать, ты умеешь обращаться с тобой. Никогда не думал обзавестись детьми. Дети не тролли. Кроме того, ведьмаки бесплодны. Ох, вижу, ты ничуть не изменился. Чуть тронь, сразу смердишь, как гнилая капуста. Ты здесь случайно оказался или кто-то послал? Роше и Дикстра. А, значит, они обо мне не забыли. И как мило. Спасибо за помощь, Геральт. Я понимаю, дел у тебя много. Убивать всех этих чудищ. Я слышал, вы трое тоже решили кое-кого убить. О, значит, они тебе все рассказали? Не все, в детали не посвящали. Может, ты меня просветишь в благодарность за спасение? Извини, брат, но если они молчат, значит, и мне придется помолчать. Понятно. Как ты здесь вообще оказался? Это же теперь земли Нильфгаарда. Хочешь сказать, нильфам сапожники не нужны? Ну, они своих, наверное, привезли. Хера они там привезли, одни любители. А лучше Талера сапожника на всем севере не сыщешь. Ага. Ну-ну. Ты во мне сомневаешься? Ты шпион, и теперь ты работаешь на Дикстру и Роше. Сомневаюсь, что ты ездил чинить нильфгаардские сапоги. Ты неплохо соображаешь. Факт, сапожное ремесло — только прикрытие. Кто станет обращать внимание на какого-то сапожника? Никто. Сидишь себе, подметки приколачиваешь, а люди рядом стоят, разговаривают о всяком. По большей части всякий вздор, но бывают и дельные вещи. Например? А вот этого я тебе не скажу. Спасибо еще раз, Геральт. Отсюда я и сам доберусь. Обязательно расскажу Дикстри и Роше, как ты Огу поднасрал. Бьюсь об заклад, они обосрутся от хохота. Что будешь теперь делать? Ну как что? Вернусь в Новиград. Там вместе с Дикстрой и Роше будем выдумывать наш гениальный план. Никаких подробностей? Прости, брат, но хер я тебе что скажу. Сука, если бы дело касалось только меня, я б тут же тебе все и выложил. Я если кому и доверяю, то только тебе. Но я работаю не один. Так что и решение принимать не мне одному. Лучше я помолчу. Ясно, я понял. Слушай, в Изиме ты вроде был старьевщиком. Как ты вдруг стал сапожником? Просто выбрал наименее подозрительное занятие. Старьевщик — херовое прикрытие. Слишком много народу считает себя обманутыми. А мне не нужно было привлекать к себе внимание. Думал заделаться корчмарем. Людей они много видят. Каждый что-нибудь доскажет. Проблема только в том, что ты сидишь в этой своей корчме, как шавка на цепи. Никуда ты со своего двора не денешься.
а башмачник может заехать куда угодно. В этом можешь не сомневаться. Я себе даже вон фургончик организовал. Красота. А то. Я на нем, сука, неплохое состояние сколотил с начала войны. Пихтура, она же вечно куда-то прется. А знаешь, что бывает, когда сапоги стерты? Ноги тут же в кровь сбиваются. Каждый солдат маму родную продаст ради годных сапог. Бывай, удачи тебе. Ох, она мне пригодится. Родовит та еще бестия. Но мы что-нибудь придумаем. Точно тебе говорю. Скоро о его смерти весь север будет говорить. Постарайтесь только, чтобы не говорили про трех убийц, которых отправили на дыбу. Хе-хе-хе. Не боись, Геральт. Мы не пропадем. Бывай. Давно мы не виделись. Что ты, как ты? Нильфгард раздолбал разведку Темерии за одну ночь. Я едва ушел. Квасил с горя до тех пор, пока печень не сказала «хватит». И что теперь? Работа над ошибками. Все сначала. Верчусь по округе, слушаю, спрашиваю, вербую новых агентов. Как живешь? Как картофельная моль. Сижу тихо, в глаза не бросаюсь, рубаю картоху. Ну, будь. Я, сука, уже есть. Угу. Правду говорят, что ты любишь играть в карты? Я вообще люблю играть. В кости, в карты... В шахматы. Игра меня расслабляет. Ты от нечего делать, спрашиваешь? Или хочешь поиграть? Хочу поиграть, только помни, меня хорошие карты интересуют, а не всякий мусор.
Вот пизда. Ты представляешь, сколько я собирал эту замудоханную колоду? Нет. Кстати, ты не знаешь еще каких-нибудь умелых игроков? Самое главное, с хорошими картами. В последнее время все только и говорят о каком-то Ламберте. Говорят, колода у него охеренная. Ты с ним, может, знаком? Он вроде ведьмак. У тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? Ты все еще в политике? Просто мне не безразлична судьба Редании. Назови это беспокойством патриота. Это беспокойство велит тебе избавиться от Родовида? Я много думаю о стране, о будущем. И каждый раз у меня получается, что с Родовидом на троне у Редании этого самого будущего нет. Ты играешь в Гвинт? Играю. Гвинт напоминает политику. Только честнее. Хочешь сыграть партию со старым мастером? Ну давай.
Знаешь что? Чудовищ ты убиваешь лучше. У тебя есть минутка? Может... Неплохо. Вижу, у тебя в колоде не хватает эстерада Тиссена. Прими его. Спасибо. Знаешь еще кого-нибудь, кого я мог бы обыграть? Можешь попробовать сыграть с одним эльфом. У него есть замечательная карта. Он живет за городскими стенами, где поселились недобитки с Каятаэлей.